Vas-y. Я, короче, в коте. Сейчас скрин сделаю. Вот, на вертокрыле летаю. Вот так вот. Похоже, это Макс воровал баф, и он как аура вокруг нас работал. Ну а какой баф Макс кирил? Чародейское ускорение. Она как аура работает. Я даже не знала, что такой баф есть. Мак, ты что, не умирать бегай? Так кто мне объяснит, почему у меня репутация не идет серебряного гарда? Или это в Герри? Это в Герри. На кирке? Да. А там мне написано, что от существ, для которых ты получаешь опыт. Подземелья. Это не подземелье 80 уровня. А, в натуре, я тупой. Значит, в герах, наверное, работает. Да. Я уже думал, мы ПП Герфор. Кто-то ушел. Мак ушел. Мак ушел. Спокойной ночи. Бедные люди в субботу работать. А я, короче, понедельник, сутки и отпуск у меня. Зашибись тебе. Я завтра работаю, в понедельник работаю. Вообще, когда отпуск? Что такое отпуск? Ну шо. Пойдем квестики поделаем. Фарми там что. У меня, короче, есть охлажденное мясо, 3 стака ледяной ткани, одно мясо люторога, 3 пакетика травы. Да, 5 ампул мескалина. Нам сегодня травку не привезли. У нас Таня очень сильно ругалась. Что за травку? Обычную травку. В смысле, каннабис обыкновенный. Что интересного в чате пишут? Пока рейдов никаких не видать вроде. Попробовать набор поспамить. Чего у тебя там не получается? Я уже рядом. А, да, я не понимаю, что тут делать. Здесь надо какого-то мага пленить, но что-то я ни черта не понимаю. Так, пленить мага. Мага. Я могу показать, какой кластик. Пойдем, вот если маг есть, его надо побить. Он станет вялым.
Так, Линкани квест. Так, у тебя там квестовые предметы есть такие голубоватого цвета предмет. Есть такой? Какого? Да, да, да. Вот сейчас попробуем еще раз подбить. Юзай, ПКД его. Ага, все, а, похоже. Все похоже. Не бей, не бей. Что, у меня он был зеленый. Подожди, может позеленеет? Чё-то нифига. Стой. О, хорош. Нажми еще раз. Какого? Он сам бежит. Сваливаем. Да-да, вот цепочка. Чё за квест? Я делал вроде. Мы пытаемся пробраться в... Вот это вот... В яму. Хлардар. Как это? Хлардар называется. Там, где Нексус, как раз. Там какой-то квест был. Я не помню, то ли в цитадели, то ли где он брался, но там. Блин, я не помню. Вот название. Мы его делаем как раз. У меня получилось его сделать. Я уже пробрался. Там что-то шар какой-то будет, там птичник. Тут квест, да? Где-то тут, но я его не вижу. Ты, по-моему, зря прыгнул, нет? Какой квест? Пленный допрошен. Искусство убеждения. Что, обратно, ну, что ли? Да-да-да. Красный челик там стоит рядом с квестгивером. На него надо использовать парашу эту. Электрошок или что-то. Пока даю за, у меня не сразу сработал. Там несколько раз. Сейчас он тебя будет умолять. Садисты собрались. Господи, не что видишь, за мучай. Извращение? Все расскажу. Самая жопа это будет фармить 180-й. А арена Зулдрака 70 какого? 7-го, 8-го, 6-го? Мне кажется, 74-й. Нет, 64-й это на грант. А там, по-моему, 76-й, что ли? Так, на перегонке со временем. Сломанный ключ Солрант. Это кто? Вставай сюда. Отсюда юзай бомбу в сторону этого щита.
Сейчас появится босс. Там баба где-то была летающая. Может, ее просто нету? Он должен к нам спуститься с небес. Ну такая ее просто нету, ее убили, может она резается еще. Она сейчас сама резается, когда сломаешь щит. Я вроде один раз кидал. Когда. Но она была просто, я видел, что она вот тут висела, и она сразу спустилась. Может, может еще. Быть. Может еще. Ну, видишь, ДК, она сейчас появится, она ее сразу сагрит. А там также этот. Паладин убил, а упала сумка в виде сундучка такого на пол. Он ее забрал, я тоже забрал. Мы были без пати. Там ее сагрить нельзя, она типа это, в щите. А ты поближе попробуй подойти. К синей, к этой херне. Там по квест написано, что рядом стоять надо. И у меня получилось сагрить тоже, когда я рядом стоял. Чё-то нету никого. Да была бабёха, я помню, здесь летала. Странно, а где она? О, появилась. Вот она, курица. Наш не дай. Пофигу, сейчас с ней упадет сундучок, и оттуда подбирается все. Есть? Угу. Нет имбопасов, есть прямые руки. Все, полетаем. Теперь надо сюда идти. Кто-то из вас кто-то из хранителя мудрости? А, я нет. Я, короче, пробовал, я сделал Калимдор, ой, нет, Восточное Королевство сделал, а Калимдор не доделал, а Запределье и Нурдскол даже не начинал. Ну, то есть, грубо говоря, мало я поиграл. Саш, идем сюда. Погоди, у меня подвисло. У меня, у него квестик взять нельзя. У меня тоже была такая ерунда. Попробуй этот отменить и еще раз взять. У меня где-то с четвертого раза получилось. Не знаю, с чем это связано.
Что-то у меня не получается. Мне кажется, он не хочет, чтобы я летала. Получится. Раза с 10-го? Угу. Я тоже заедал этот квест. Как там? Сейчас я релогнусь. Может, у этого квеста какой-то КД? Бывает ГКД на квесты?
наказал петухов. Ну что там, получилось? Нифига. У тебя там где ключи есть? Ключ. У этого квеста ГКД. Я его сдала, но не успела взять. Взял какой-то человек и полетел. А? Может быть.
Теперь у меня ничего не лутается. Чё говоришь? У меня теперь... Теперь чего? Ничего не лутается. Как это? Я пытаюсь лутануть моба, он не лутается. Пытаюсь взять траву, она не берется.
Я вот сейчас делаю квесты. Такие тринки тут падают. Регнеменс.
Повтори, пожалуйста, я по телефону разговаривала. Регнем инст. Этот офнулся, вот так можно. Я там винканул тринки. Я не думаю, что они тебе нужны, конечно, но на всякий случай спрашиваю. Если интересно. Мне будет ленту. Да твою. Да, тут очень непросто. Много квестов. Мне квестов. Будет туда лень лететь. Вот, все. В грязовой гряде тоже есть тринки прикольные. По квестику.
до 80-го качаться будет очень долго. Тебя это пугает? Я... Да! Я сдала 3 квеста. Блин, один квест только 2 полосочки дает. Это кошмар какой-то. Я, конечно, качаться люблю, но никогда я хил. Ладно, будем качаться по инстам. Пускай пока инст ищется, я пойду кожу пофармлю. Вот. Ты что-то говорил? Нет, я просто кивнул. Тут человек с ником Кустик. Новое. Ой, фу. Здесь без нормального танка сложно. Ой, фу, что за танк? Ну, хотя без СПД, что единственное, что радует.
Не, он ауру поставит на ману. Что такое за эта клятва? Чё ты к нему пристал? Паладины, такие паладины. Не ломай человеку голову.